Привет, зритель, снова. Я сейчас смотрю, у меня там такая тень от двух кольцевых ламп и еще одной просто лампы. Я сегодня забралась с Whiteberries в халатик. 224 рубля. Артикул будет в инфобоксе. Сейчас он даже на 3 рубля дешевле стоит. 44. Размер 100% хлопок. Померила его там. Тут есть кармашки. Я сначала забыла, где кармашки. Думаю, блин, а что же я заказала без кармашков? А как же я буду без кармашков? Без кармашков одежда, это же совсем трындец, это не то. Лёля любит кармашки. И вдруг случайно рукой нащупала кармашек. А потом думаю, значит, и тут должен быть. Он на змеечке. На змеечке тут какие-то звездочка со звездочкой. Такой свободный, ни в обтяг, ни впритык. И не как стакан в карандаше. В смысле, карандаш в стакане. Можно, наверное, присесть даже. Как я тут выгляжу. Лёля в халатике. Привыкает зритель его видеть часто в кадре. У меня там еще халатик был, но он сейчас в стирке. И вообще, как бы... Ну, как бы надо, ну, смотри, один халатик в стирке, а захочется еще халатик, не банный же одевать. Хочется что-то полегче. Хороший такой халатик. Такой черно-коричневый фон и ромашечки. Я поближе сейчас подойду. Правда, может, голову мне срежут. Чуть-чуть отползу, чтобы влез в кадр совсем. Вот так. Может, не хватает поясочка. Но, в принципе, и так нормально, по-моему. Такой вполне нормальный халатик. Вот. Да, слева по борту будет облачко. Поддержи Лёльку на бусти. Да, на Тейшн Алерт еще где-нибудь, если хочешь. Справа будет облачко, если хочешь, ждешь СМР и каких-то определенных и никак не дождешься, подпишись на Boosty на СМР. Снизу будет спасибо Амине за спонсорскую подписку. Ну это, прощаться-то надо все-таки лицом к камеру, да? Всем спасибо за просмотр и пока!